незабываемое мероприятие с настоящим оркестром из Египта. Проходит, по-моему, первый раз в этом городе, если я не ошибаюсь. Очень много девочек танцевали, очень много девочек тренировались, готовились и в течение года. Кто-то в течение месяца, кто-то в течение, наверное, двух и более лет. И волнительно было, как первый раз, потому что очень большой был промежуток. Сегодня каждая была лучшая, сегодня каждая показала, мне кажется, максимум, который можно было показать. Я давно не была на конкурсе с таким высоким уровнем. И, честно скажу, я не ожидала, что в Екатеринбурге я увижу настолько сильных девочек. Нужно полюбить восточную музыку. Второе, нужно поверить в себя, это самое главное. И третье, нужно всегда учиться. Нужно учиться, потом пробовать себя на конкурсе, потом, возможно, это будет не первое место, но продолжать учиться, получать знания, приходить на конкурс, дальше будет уже второе, третье, потом снова приходить учиться, и следующее будет победа. Победа над собой, победа над конкурентами, ну и прежде всего это поднимает самооценку танцовщицы. Танцуйте сердцем, танцуйте изнутри, танцуйте так, как будто бы на вас никто не смотрит. Как будто бы вот именно сейчас это тот самый момент, когда вы готовы себя раскрыть, показать себе, что вы лучше. А если вы покажете себе и докажете себе, что вы лучше, то все поверят в это. Çok şeytan değil.